Сегодня мы узнаем одно из доказательств теоремы Пифагора. Для начала посмотрим на базовые вещи. Между стороной А и Б находится угол в 90 градусов, поэтому треугольник называется прямоугольным. Стороны рядом с углом в 90 градусов назовем катетами, а напротив него Си принято называть гипотенузой. Заметим, что это самая большая сторона в треугольнике, поэтому именно она в квадрате должна равняться сумме квадратов других сторон. Чтобы это доказать, попробуем нарисовать с помощью нашего треугольника квадрат со стороной А плюс Б. Мы видим, что внутри образовался квадрат со стороной С, обозначим его оранжевым цветом. Отметим, что его площадь С квадрат, один из пазлов теоремы Пифагора. Поэтому, чтобы доказать теорему, нам нужно превратить С квадрат в А квадрат и Б квадрат. Каждые два треугольника создают прямоугольник со сторонами А и Б. Правый прямоугольник можно поднять вверх и посмотреть на два квадрата, которые у нас получились. Площадь верхнего – это А квадрат. Нижнего – соответственно B умножить на B. Так как оранжевая площадь и слева и справа одинаковые, мы пришли к равенству. С квадрат равно А квадрат плюс Б квадрат. Не забывайте подписываться и делиться этим видео,